Привет, дорогие друзья! С вами Анри, и это новый рестлинг WWE 2K16. Скажу сразу, что я рестлинг любил раньше, да, более в юношестве, в детстве, не знаю, лет 15 назад последний раз смотрел, когда еще Николай Фоменко комментировал на канале ТНТ, да, думаю, кто помнит, тот поймет меня. Сейчас вот вышла данная игра, получилось ее заранее заполучить, да, думаю, как и многие сделали, и я решил посмотреть и вам показать всех бойцов. Я думаю, что люди, которые интересуются рестлингом, они так или иначе хотят узнать, что же там, какое количество бойцов, кто же в этой части будет. Я думаю, будет всем интересно. Итак, давайте вам покажу. Сразу прошу прощения, если неправильно буду называть там имена, клички, фамилии и так далее, потому что, ну, давно, правда, не слежу. Вот, поэтому, вот. Ладно, поехали. Итак, первый у нас какой-то Адам Роуз. Дальше Эйден Инглиш. Дальше Андре зе Джайант. Я думаю, многие, да, знают, кто это такой, даже я знаю. Великий. Легенда. Bad News Barrett какой-то. Бам-бам Бигелоу, ребята. Бам-бам Бигелоу, который был, я помню, еще на Sega Mega Drive. В игре WrestleMania, да. Там я первый раз его увидел, будучи совсем маленьким. Вот его здесь сделали. Для таких ностальгистов, как я думаю, это будет очень приятно. Далее идет Бэрон Корбин. Затем Батишта, я не знаю, как правильно. Биг И. Биг Шоу, конечно же, куда без него. Билли Ганн, тоже, видимо, какой-то значок, видите, WrestleMania. Какой-то, видимо, из легенд боец. Затем идет Бо Даллас. Букер Ти, как же я любил его, вот эти ножницы, его финты, вот эти ребятушки. Когда он делал страшные вещи, вот эти длинные его дреды, косички вот эти. Это было круто на самом деле. Поехали дальше. Брей Уайетт. Бред Харт. Ой-ой-ой-ой, ребята, опять же WrestleMania на 16 битке. Бред Хитман Харт, я помню, в этом же трико пурпурном, я не знаю, или розовое какое оно. Ой, он такие вещи там мочил, это просто жесть. Дальше идет Брайан Пилман. Бритиш Болдог. К сожалению, не знаю, кто это такой. Брок Леснар, понятно. Кактус Джек. Цисаро, я не знаю, кто это. Крис Джерико 2001, Кристиан, ну в смысле тут это просто по годам разделение. Затем идет Кристиан, потом какой-то Кол Мустафа, Колин Кассиди, Кертис Эксель. Так, дальше. Дэмиен Миздоу, Дэниел Брайан, Дэрен Ян, Дин Эмброуз. О, Даймонд Даллас Пейдж по кличке Пердун, так говорил Николай Фоменко на ТНТ. Ребята, я не знаю, так это или нет, но на самом деле это было прикольно на то время. Такой мерзкий типок. Дальше, Ди Лоу Браун, Дольф Зиглер, правильно, да, Зиглер. Дьюд Лав, какой-то хиппи. Эдж, Энзо Амор, Эрик Роуэн, Фарук. Африканский какой-то крепкий парень. Фанданго. Финн Бейлор. Бейлор. Нет, Бейлор. Ударение на Эй. Фит Финлей. Дженерал Эднен какой-то генерал. Какие-то непонятные люди вообще, что они здесь делают. Опять же, прошу прощения, если я кого-то обидел. Знатоки, конечно, возразят мне, но странно видеть старого вот такого мужика среди всех этих молодых, сочных ребят. Голдаст. Тоже стрёмный чувак, как-то пару раз видел его, я не знаю, что он из себя представляет. И человек ли он вообще? Хаку. Хит Слейтер, боже мой. Хидео Итами. Хонки Тонгмен. На Элвиса похож немножко. Хантер Хёрст Хелмсли, о боже мой. Я прям не знаю, здоровяк. Джек Свеггер. Джейк Робертс, сюда вам. JBL. Дальше. Джей Юсо. Джим Хейтхарт. Нейтхарт. Прошу прощения, Нейтхарт. Угу.
Джимми Юсо, а Джимми Юсо только... А, это Джей Юсо, а это Джимми Юсо. Видимо, они братья. Джон Сина, конечно же, куда же без Джона Сина, я думаю, никуда сейчас. Калисто, Кама Мустафа, Кейн, Кейн 2001, Кен Шемрак, ирландец, что ли, какой-то. Кевин Нэш, ой-ой-ой, Кевин Нэш, половой гигант, если я не ошибаюсь, звал его, опять же, Николай Фоменко в мою молодость, в мою в моем детстве. Здоровячок такой, конкретный. Помню даже прием его, не помню, как назывался, фирменный, но он снимал вот эти лямки с плеч, зажимал голову между ног у себя бедного противника и перекидывал его к чертям и жукам майским. Дальше, Кевин Оуэнс, Кофи Кингстон, о, этого тоже чувака я пару раз видел, музычка у него классная, когда он выходит. Конор, Лекс Люгер, ребята, который тоже был в WrestleMania на Sega Mega Drive. Лорд Стивен Рейгл, Люк Харпер, Мэнкайнд, этого чувака, я думаю, тоже все знают. Марк Генри, самый сильный человек. Марк Генри, 98-й год, опа, такой молодничок, бодрячок. Майки Уипрек, Мисс, мистер Макмахон какой-то, 98-го года. Невиль, Пол Вайт, я думаю. Рэнди Ортон, Рэнди Сэвидж, Рик Флэр, всем известный. Рик Рут, не знаю, кто это. Рики Стимбот, какой-то кожан с крыльями, я не знаю. Странный человек. Рикиши страшный. Ой, скала, рок. Вообще круто. Самый-самый любимый. Самый эпатажный. И как недавно выяснилось, самый богатый рестлер. По крайней мере, я смотрел. Такие есть сведения. Рок 2003 года. Поменьше еще такой. Похож немножко на Селюка какого-то. Такой не слишком еще раскачанный. Роман Рейнс. Артру, Русев, русский что ли, Рейбек, Сами Зайан или Зейн, не знаю, Сантино Морелло, Савио Вега, Сет Роулинс, Сержант Слотер, на моего физрука похож, Шейн Макмахон, Макмахон, не знаю, Шон Майклс, ребята, ну это вообще зло. WrestleMania, Sega Mega Drive, у него дубина еще была, бейсбольная бита, которую он мог колотить всех. И красно-белые штаны, точно помню. Шимус, Саймон Гоуч, Син Кера, Сера, Стардаст, Стинг, Стинг 91-го года, это он так выглядел, ёб твою мать, я этого не застал. Потому что я родился в 89-м, скорее всего, я еще не мог тогда следить за рестлингом. Стинг 99-м, это уже ближе к истине. Так, дальше идет... Stone Cold 97 год, ледяная глыба. Stone Cold нынешний, Stone Cold 2003 год, выглядел так. Stunning Steve Austin. О боже мой, это тоже он был такой? Ледяная глыба был таким? Да ладно. Суперстар Steve Austin. Ребята, это потрясно. Titus O'Neil. Triple H. Triple H в 2001 году, Тайлер Бриз, Тайсон Кид, Ultimate Warrior, Undertaker, The Undertaker, всем известный, Undertaker 99 года, Undertaker 2001, байкер какой-то, Вейдер, к сожалению или к счастью, не Дарт Вейдер, намного больше его, тяжелее, и мне кажется, даже страшнее, Виктор, это точно русский, я думаю, Вильям Регал, Хавьер Вудс, или Ксавьер, X-Pac, Зак Райдер. Так, еще у нас есть тут дивы, да, то есть женщины. Алисия Фокс, Алисия, Брай, Бри, Белла, Камерон, Эмма, Эва Мари. А красивая, гляньте, такая, эх. Лейла, Наоми, Наталья, Ники Белла, Пейдж. Стефани Макмахон, Саме Рэй, Тамина. Так, это и все, что ли? Так мало у нас див.
менеджера выбрать нельзя здесь, да? Так, ну и есть у нас Арнольд Шварценеггер, который Терминатор Т1 и Т2. Я не знаю, какая между ними разница. Наверное, типа первая, вторая часть, возможно. Так, ну, вроде бы все, ребятки. Менеджеров почему-то нельзя выбрать. В следующей части я покажу, какие есть режимы. Может, кому-то будет интересно, я не знаю. Опять же, прошу прощения, если кого-то неправильно назвал, потому что очень давно перестал следить за рестлингом, но до сих пор живут во мне детские воспоминания, и вот я решил себе скачать на PlayStation 3 игру и поглядеть всех бойцов. Ну что ж, всем спасибо за внимание, с вами был Андрей, всем пока, ребята.